Добрый день всем любителям второго Старкрафта. 2017 год подходит к концу, и я понимаю, что нам всем чего-то не хватает, знаете, вот много на канале появилось каких-то один на один рубрик, каких-то там интересных историй о прогеймерах, там еще что-нибудь. Но не хватает какого-то вот старого доброго 2 на 2. Знаете, так сложилось, что сегодня, 31 числа, мне не с кем играть 2 на 2. Все готовятся отмечать Новый год. А где можно найти вот такого настоящего StarCraft-задрода, каковым я являюсь? Да нигде. Поэтому мы начинаем новый эпизод, ну, если хотите, той самой рубрики 2 на 2 без спойлера, если хотите, там, просто каких-то 2 на 2, где мы попробуем понять, кто же готов поиграть сегодня с нами 2 на 2. Поздороваемся с нашим союзником, его никнейм Сет. Я, кстати, помню, у нас такой игрок был на Amateur Series, кажется, да, HTT Сет. Ну, у него, конечно, Клантек был. Это я так просто. Ассоциации. How are you? Давайте спросим. Сейчас узнаем, что забыл этот человек в новогоднюю почти ночь. Амок Сикс. Сикс. Why not celebrating? Такой вопрос уже с подвохом. Знаете, особенно с учетом того, что я под баркодом. Думает человек, что же за причина-то, по которой он не празднует, а? Ну-ка. Я-то такой весь из себя новогодний, в шапочке Деда Мороза. Праздную. Там что-то прям... муки. Давайте вот так сделаем. А? Я просто настаиваю. Господи, что это за скобочки? Это точно кто-то наш? Потому что такие дурацкие скобочки, две подряд. Может поставить, мне кажется, только русский. Давайте. Russian? Стопудово. Ukrainian. Воу. Ну ничего себе. То як справи? У мене тут така проблема є. Ну, в смысле, вы поняли, да, я не могу написать, не могу эту буковку использовать. Так, отже, проблема у мене. Справа в тому, що мій напарник по 2 на 2 вже дуже давно не грає. І тому я граю з рандомними... Блін, ну з рандомними це якось не дуже. Ну добре, давайте. З рандомними старкрафтерами. Що думаєш? Трошки у мене такий неідеальний виходить письмовий український, тому що трошки не вистачає символів мені на клавіатурі, ну то нічого. Зараз ми дізнаємося, що думає наш так званий тіммейт. Тіммейт. А я 100 років не грала. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Так, ну тут, конечно, к нам нормально приперлись, я вам доложу. Не грала, 100 років. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Ну, я думаю, вы еще долго будете меня убивать. У меня тут наметился диалог с девушкой на Новый год, поэтому... поеду-ка я поставлю какой-нибудь прокси Nexus и ищите мини-семера. Так, давайте-ка заинтересуемся. А чего це ты долго не грала? Смотрите, убили такие деловые, убили мне все основные здания и подумали, что...
Шито-крыто. Ха! Сейчас посмотрим, какой у вас скилл поиска прокси-нексусов на карте. Я не позволю этому диалогу так быстро закончиться. Не-не-не-не-не. Давайте пока... Ты, главное, не выходи, Сет, милая Сет. Мене вбили. Та то таке. Нормально. Нормально, покатит. У мене ще дофіга нексусів. Не знайдуть. Да, все хорошо. Вы знаете, это любимая украинская поговорка. Что не съем, то понадкусаю. Что не выиграю, то время у соперников заберу. Так чего долго не грала у такую прекрасную игру? Давайте спросим у нашей тиммейтши. Хорошо, что она не ливнула. Она, конечно, не восстановила свою базу и сейчас будет ревилд, но я думаю, что это не страшно. Ох, как много у меня зданий на карте. Винчи. Какое совпадение! А, мы же на украинском. Не, совпадение. К черту. Какое совпадение? Давайте поиронизируем. А не в GTA ли РП? А то знаем мы одну такую девушку, которая долго не играла в StarCraft, зато играла в какие-то другие игры. Guys, вам не кажется, что... Секундочку. Набираем. Алло. Алло. Здравствуйте, Вероника. Привет. Ну, я понимаю, что вероятность довольно мала, но вы случайно сейчас не запускали поиск в 2 на 2 матчмейкинге второго StarCraft? Было, да. Вы не попались случайно на протоса баркода? Было такое. Ну тогда я все-таки напишу ГГ. Тогда я, пожалуй, выйду. И это очень интересное совпадение. А скажи, пожалуйста, Ника, ты же вроде не играешь в StarCraft. Как так получилось? Давайте-ка зовем в пати. Так, начинаем. Ну как, зашла посмотреть, что да как тут. Подожди, мы игру ищем? Конечно. Подожди, я только зашла, причем я прячусь, поэтому это не совсем мой аккаунт. Я хочу настройки поменять, у меня управление все куда-то слетело. Сам ничего. Понимаю. Да, конечно, да, я понимаю. Ну расскажи, как там оно вообще в реальном мире вне StarCraft, как жизнь проходит, что интересного. Дети уже выросли, наверное, да, уже в университет пошли, там, сколько ж мы не играли. Ну, почти, первый класс. А, ну, как университет, только, да, не университет. Да, хорошо, что еще нового рассказывать? Да так, по-старенькому. Да. Это ты мне расскажи, что нового в StarCraft'е? О, в StarCraft'е очень много новых... Угадает или нет? Новых билдов? Мимо. Следующая попытка. Новых юнитов? Мимо. Следующая попытка. Это комментаторов? Да нет, вроде. Ну давай, еще две попытки. Так, у тебя все получится, Ника. Новых... Ну, страток, я бы сказала. Первая буква правильная. Так. А, все. Я больше не знаю, тем более на S. Больше нет слов на S. Скинцов, Ника, столько скинов новых появилось. Я была так близко. Просто невероятно. Это такие
такие классные скины. Ты же не любишь скины. Да, ты ж, да, я просто обожаю скины, особенно все новые, они такие классные. Как же все меняется. Там так ничего не понятно, какой это юнит, господи, это просто... Это сказка, Ника, это прекрасный повод вернуться в StarCraft 2018, чтобы, конечно же, разлочить себе все скины и поиграть в StarCraft как нормальные прогеймеры со скинцами. Классная мотивация, да? Ну, а если серьезно, то разработчики очень активно работают сейчас над тем, чтобы StarCraft, ну, как это сказать, вот не мог застояться. Это касается и там киберспортивной части, и обычных игроков, для которых тоже многое меняется в плане баланса, в плане там билдов, стратегий, и тех игроков, которые в кооперативном режиме по большей части играют, ну и тех, кто играет ради скинцов, что ты поделаешь, такие тоже есть. Вот. Поэтому такие дела. Тебе нужна какая-то помощь с настройкой? Может быть, тебе напомнить, где есть какие-то настройки в игре? Да нет, я сейчас зашла, переназначаю клавиши быстренько, которые у меня вроде были. А у тебя не сетка? Сейчас вот я ставлю сетку, но там переназначено главное, вот заковка. Центральное строение у меня на пробел. Что-то там было, и да, еще с закопкой. Ну, закопку ты просто убирала, чтобы не мискликать. Ну, это ладно, это да, можно оставить. Ну, смотрите, Ника еще помнит свои настройки, помнит свои хатки, это здорово. Уже что-то. У меня инвертирована камера сейчас была. Где зайти это? Ну, перетаскиваю Drag камеру. Drag-scroll? О, господи, как это, как можно жить вообще с этим? Mouse and keyboard и внизу invert drag-scroll, убрать галочку. Все. Как можно с этим? А, я вообще не понимаю. Невозможно играть. Да. Ужас. Ужас. Все, вроде порядок. Ну, если что-то я забыла, то я сейчас это пойму, правильно? Да. В следующей игре. Конечно, конечно, конечно. Видишь, как хорошо вот мы попали друг на друга. Ну, очень много просто игроков, как ты понимаешь, такое время тут просто... Толпы людей играют 2 на 2 в такое время, поэтому неудивительно, что мы попались друг на друга. Так, не обращайте внимания, это всякие мои истории из 1 на 1, прыгаем обратно в ГМЛ и там... Это такое... Это... Battle.net живет своей жизнью, даже если ты сейчас не играешь 1 на 1, он будет туда-сюда из ГМЛ в МЛ и обратно. Итак, ты готова к... поражение. Конечно. Ну, это что? Я другого сейчас и не ожидаю. Ну, нет, конечно, может быть, ты сможешь, как всегда, за двоих. Угу. Ну, это же традиционное. Надо готовиться к худшему, надеяться на лучшее, ты же понимаешь. Поэтому будем надеяться на лучшее, но конкретно на этой карте вообще тут... Есть у меня пара мыслей, что я как зерк могу сделать. А ты как зерк, соответственно... А что ты делаешь? Ты не заказываешь ничего, да? Сейчас закажу. Я сетку выбрала, она куда-то слетела. Все, приняла сейчас. Вот, порядок. Ужасно. Я думал, может быть, мне в знак солидарности с тобой поиграть одной мышью тогда. Да нет, нет, сейчас настрою. Я еще не очень много времени потеряла. Всего 45 секунд. Это мелочи жизни. Как бы давно известно, что секунды или даже минуты в StarCraft'е не решают. Это же игра о стратегии. То есть, если у тебя правильное игровое мышление, то, ну, как бы все эти секунды, минуты, это все дело наживное, ты же понимаешь. StarCraft, да, и он еще... не об этом. Да. Лишь бы без supply block. Конечно, конечно. Supply блок ведь забирает не секунды и не минуты, а юнитов. Да. Конечно, конечно. Главное в правильную сторону развернуть свои суждения. Это тоже безумно важно в StarCraft'е. Я надеюсь, ты не стримишь? Нет, что ты. Что ты. Ну хорошо, значит. Не буду позориться. Можно материться, Ника, наконец-то. Наконец-то, да. Наконец-то впервые. Во время наших 2 на 2 ты можешь материться. Это просто вот...
то, о чем Ника всегда мечтала, но боялась сказать, знаете. Лёш, у меня через Shift в Bint не присоединяется здание. Почему? Ну, тогда тебе нужно зайти опции, hotkey, global, и дальше будет control groups, и вот там есть через Shift. Точно. Я отменил зеркало. Да. Угу, Роуч Ворон ставится. Интересные. Глобальные группы. О, да. Я думаю, у нас просто каждый будет решать свои проблемы. Как бы я буду решать проблемы в игре. Ты будешь решать проблемы с хаткеями и все, как бы. Вполне такой, знаешь, здравый баланс, так сказать. Как тебе идея? Ну, вообще, вот со следующей игры я включусь прям вообще. Сейчас настрою. Не, так, все нормально. Ну, как бы я уверен в победе, на самом деле. Как ты смотришь на то, что я уверен в победе? У тебя есть две золотых базы в кармашке еще в дополнение к той базе, что ты заняла. Так, у меня будет золото? Да, у меня тоже будет еще одно золото. Воу-воу-воу, давай подеремся, если хочешь. Ну, ты вряд ли этого хочешь, друг. Как бы еще сам не в курсе, но ты не должен этого хотеть. Так, эту хату мы съедаем. Наша задача, как бы, дать Нике время. Вы же понимаете, что как только... она сможет, так сказать, разогнаться на всю мощь своего ПМа. Да, то остановить ее будет просто невозможно. Поэтому, в принципе, наша задача выиграть совсем немного времени. Как бы время работает на нас, да? Ты только, главное, не убей их там раньше времени. Слушай, ну вот этого обещать не могу, к сожалению. Вот если бы ты чуть раньше попросила... то я бы, конечно, может быть, еще подумал, но вот я боюсь, что именно сейчас как-то уже поздновато меня об этом просить, если честно. Ты можешь приехать дронами, например, так сказать, в помощь. Оказать посильную помощь моему войску. Как вы думаете, у них есть база на золоте уже? Нет. Почему они не вышли? У них есть база где-то в другом месте? Нет. Прости, Ника, я плохой союзник, я понимаю. Я просто... Я только собиралась. Не даю возможности, как бы, людям себя проявлять, понимаешь? Это люди, у которых две, простите, 617 ММР. Это вообще бывает? Мы им еще сделали минус 71. Так, сейчас, секундочку, я иду все-таки в настройки и пойму, что же я не так сделала, почему она у меня... А, я поняла. Все. Какой же... Чей аккаунт ты говорила? Мужа. А, ладно, я не буду продолжать мысль. А такая мысль. Да, в общем, все хорошо, как видишь, а ты боялась. Какие... Да, мы даже выигрываем. Какие прекрасные победы. Можно даже посмотреть, и кому мы там проиграли в той игре. Кто это такие были? А ну-ка. Теран. Алмазная лига, ого. А ты? А ты мастер лига. Это интересный, кстати, такой переход. От алмазная лига плюс мастер лига к людям, у которых 2700 с чем-то там ММР. Как-то так. Рисковато. Господа из Blizzard, как-то давайте чуть помягче. Кстати, мне самому интересно, какие там новые карты появились. А появились новые карты, да? Да, должны были, наверное, за это время. Или полгода прошло. Ну, нормально, вроде все более-менее знают. Так что все хорошо. Единственное, что пока Ника там... Я готова принять. Да. Я вроде бы настроила, да. Я убрал одну самую противную, темную карту, на которой ничего не видно, когда мне вот так вот в глаза светит свет.
Светит свет, да. Говорит говорливый говорун. Если когда-нибудь я встречусь с тобой один на один, я обязательно выберу вот самую темную карту. Все. Да, но я не буду стримить с вебкой, и у меня не будет такого освещения под хромакей, поэтому это не сыграет никакой роли. Кстати, Ника, за то время, что ты не играла, помнишь, когда-то мы с тобой обсуждали единственный возможный формат шоу-матча между нами? Так. Когда я буду просто пальцами играть на тачскрине. Да. Так вот, я уже записал несколько месяцев назад видео на YouTube-канале, как я играю на тачскрине. И? Ну, ничего, я просто... Ну, я... а как результат на тачскрине, что скажешь? Слушай, ну... Скажем так, если не напрягать лишним мультитаском, то в целом я бы... Ну, я могу сказать, что я на очень неплохом уровне могу исполнить какие-то билды, а потом F2 кликнуть. Но как только начинается хоть малейший мультитаск, который требует там выделения каких-то юнитов, ну, это ад, на самом деле. Угу. Так что, в целом... То есть, твоя любимая страта на тачскрине какой-нибудь Rush Rabbani, да? Не-не-не, наоборот, наоборот. Настроить дронов на двух базах, а потом там прибежать роучами. Это идеальная страта для тачскрина. Или в случае протосов, там, Зила Архонами. А в случае Тернов, Марика танками. Ну, в общем, просто что-то такое, чем можно, опять же, хорошо так окликнуть. В целом, конечно, уровень падает очень существенно, но мне кажется, это, кстати, очень интересная опция именно для детей. Вот детей все-таки сажать за клавиатуру и мышь там в каком-то таком довольно юном возрасте не всегда хорошая идея, потому что это не совсем естественные манипуляторы. А когда ты просто можешь управлять особенно игрой... Особенно большие мышки, да, сложно. Хотя 5-летний ребенок у меня, в принципе, с мышкой справляется, но ему не очень удобно. Им тачскрин, конечно, намного удобнее. Конечно, да. Ну, и интуитивнее это просто. Вот, да. То есть это, в моем понимании, прежде всего, прекрасный способ знакомить с игрой детей, ну или вообще людей, которые, в принципе, настолько далеки от мира гейминга, что вот они... Ну, условно, должны привыкать к клавиатуре и к мыши. Поэтому, в общем, это интересно. Это реально интересно. Понятно, что как бы про геймером ты так не станешь, но и постязать них будешь совершенно не обязательно. Такие дела. У меня зачем-то строится второй газ. Ну, я как всегда скажу, что я просто буду его отдавать тебе. Смотри, я, в общем, уже сделал так, чтобы нас никто не беспокоил ближайшие... Да, вот эти зерглинги, например, чтобы нас не беспокоили ближайшее время, да. Да, и здесь тоже глухая стенка, чертов протос! Зерглинг, знаешь, сначала забежал слева, такой, глухая стенка, справа тоже глухая стенка, как он это сделал? Подлец. Подлец. Да, я такой. Ну, конечно, с лимитом сейчас будет невесело, но ничего. У тебя, кстати, есть еще одна база, вот эта, ты ее также можешь спокойно занять. Угу. Угу. А еще к тебе летит оверлорд, но у тебя... Ага, у тебя два газа до пула, это интересный вид. Я понял, так. У меня скоро будет прибавление. Лёш, да, давай так по-честному, я забыла про пул. Да, нормально, я же иду в массу воздуха, а ты как бы будешь меня, так сказать, поддерживать. Все по плану. Так, слушайте, а там следующий... А, там еще один там протос. Слушайте, давайте мы тогда Феникса. А че он мне написал глыхофу, когда я начал убивать его оверлорда? Какое сообщение я открою, когда я буду атаковать следующего оверлорда? Может, это такой мини-мейлстоун? Типа, атакуешь оверлорда и бац, unlock сообщение good luck, have fun. Что там дальше будет заанлочено? А, давайте, в общем, пока клепать фениксов. Воу! Ты как вообще? Типа... Никто не увидит, никто не узнает. Зачем мне играть на варпе, не знаю. Ну, вообще интересная история. Ребята так играют прям
Забавно. Привет, адепты. Как у вас дела вообще? Ты это свистнешь, когда нужна будет какая-нибудь Конечно. Армия, да? До тех пор, пока я разговариваю сам с собой, все прекрасно. Ресурсики нужны уже? Ну, на самом деле, пока не очень, но... Я не тот человек, который будет отказываться от халявы. Угу. Да. Скажем прям. Тем более, когда, ну, как бы халява сама спрашивает. Они... Ты меня не хочешь? И я такой... Что вы? А, ну что, как вы думаете, сразу карьеров или все-таки полетим, посмотрим, а вдруг там тоже фениксы, и мне надо срочно делать там всякие грейды на дальность. И благодаря, так сказать, субсидиям пытаться соперника перемасить по воздуху. Сейчас посмотрим. Там Dark Shrine? А что он собирается с ним делать? Ага, ну а это, вероятно, призма. А вот и она, кстати. Обидно. Подготовь, пожалуйста, детекцию, потому что наши дорогие оппоненты, они почему-то... Слушай, я по звуку слышу, что кто-то где-то что-то грызет. Может, это камни возле меня? О, да, здесь камни грызут! А мои не грызут, кстати. Ничего. Алекс to the rescue. Ну куда ты меня эту штуку? Ну, вот насчет этого шага я не знаю, конечно, ну ладно. Так, что у нас тут есть? Тут есть адепт, который сейчас будет уничтожен. Тут есть личинки, на которые у меня нет маны. И тут есть Северлорд Ники, которого я хотел убить, но, пожалуй, все-таки не буду. Это своим. Еще у меня есть третья база. Она пока не раскачана. Но денег у меня от этого не меньше, так что все в порядке. Знаешь, Ника, что не изменилось в этом Старкрафте и вряд ли изменится в ближайшие много времени? Протосы? Ну как, протосы-то в целом изменились. Но кэрриеры все еще nice unit. Ясно. Если ты понимаешь, о чем я. Прям вот вообще nice unit. Чем занимается, господа? Шпилю человека. Угу, угу. А тут да. Очень много сталкеров. Ну, я могу гидру построить. Я Или понимаю. Воздух у тебя весь под контролем. Ну, я не готов буду летать, спасать твои базы, но в остальном я думаю, что они уже проиграли. А, тогда ладно, я настрою роучи, как обычно. У Ники, видимо, есть две таких стадии игры. Первая, когда можно просто строить роуч, а вторая, когда надо построить еще и гидру. Есть еще третья стадия, когда надо люркеров? Да, да, я дохожу иногда до люркеров. Прям самая страшная стадия. А слоники-то, когда мне экзотики хочется. Ммм, хочется чего-то такого эдакого, да, когда... Да, удивить противника. Ммм, когда привычный формат игры уже немного поднадоел, и хочется чего-то вот такого. Понятно, понятно. О, я забыла про плановые инвестиции сейчас. Ого! Что это такое? Это моего овера сталкера сбили. Ого. Ну, я тогда тоже за это могу кого-то сбить. Парни, вы тоже не уйдете. Да. Корапторы полетели. Да, я слышал, это тот юнит, который контрит кэрриеров. Тут, конечно, ребята прям... В точку попали. У меня слишком много рабочих. Мне или базу еще строить. Ника, давай так, ты хочешь победить?
ты уже побеждаешь? Да, я к тому, что как ты бы... Ты спрашиваешь, хочу ли я в этом поучаствовать? Да. Ну, выпусти мою толпу роуча, пойду я что-нибудь кушать. В смысле? Ну, пробивай стенку, не знаю, или ставь нидус. Да, жалко. Ну, я пилончик могу. Не, загоню тебя в саплай-блок. Ничего себе, смотрите, у меня минус карьер тем временем. Поворот! У меня минус второй карьер. Ну, мы несем просто фатальные потери, конечно. Я не знаю, как мы победим, конечно. Тут ребята прям... Так, Ника, ты уверена, что ты еще помнишь о том, что ты хочешь пробить пилончик? Не, я же уже не дострою. А, окей. Смотрите, какая тут ог... Ох, какая агрессия. Дарки. Вот это да. А как они здесь оказались? Вероятно, призма. Ну ладно. Ого, а вот и призма, кстати. Слушайте, ну тут, конечно, серьезный прям StarCraft такой. Под споры мои фениксы зря дерутся. Ох, ничего себе, там дарков. Нормально. Нормально. Парни играют full eliminate, так сказать. Еее, тут врывается Ника! Только эта база уже пустая, и та база по соседству тоже, поэтому тебе придется вырываться куда-то подальше. Ну, сейчас буду бежать. Давай. Ой, тут, кажется, все на одном пилоне, да? Черт. Бедный Протос. Ника, беги! Ника, тащи! Я не успею поучаствовать. Ты реально, вот ты прям рискуешь сейчас очень сильно. Очень сильно рискуешь. Этот Nexus я тебе оставляю. Я лечу дальше. Он уводит рабов. Он реально, парни, он надеется на то, что он сделает элиминейт. Но как? К-а-к. Вот база! Они же думают, что сейчас эта база затащит. Точняк. Точняк. 100%. Ох, как тут, конечно, страдают гидророучи от дарков. У тебя вот на этой базе есть проблема небольшая. О, тут дарки, кстати. Да, я это имел в виду. Так, ну что, по батончику на каждую базу. И да, найдет всякий зерк свой законный хлеб. Какой прям... Прям вот так, вот так тебе... Вот так тебе! Ха-а-а! Попался! Смотрите, как мы... Зажали форсфилдами, добили кэррерами. Все. Ну... Мы не добили вот эти здания, да? В этом проблема, наверное. Хорошо! Мне знакома эта тактика, я ее разок применил сегодня, когда хотел пообщаться с одной девушкой в чате. Ну, Полин, не в курсе, не важно. Так, да, смотрите, раскрыто расположение строений. Решил парень выйти из игры. Правильно решил, правильно. Тут, конечно, ну, шансы оставались еще, но довольно все-таки маленькие. Ну, блестящая победа. Спасибо, спасибо. Не мне, в смысле, а, ну, команде... разработчиков, дизайнерам баланса, как бы кэррерам, в конце концов. Тебе за газ, как бы мне-то что? Я просто посидел, понажимал на кнопки, и оно что-то победилось. Не знаю, как это произошло. Слушай, ну вот видишь, ты такие игры никогда тебе не хотелось поиграть за Протоса, а? Ну вот прям, чтобы батончики... Фотончики, сейчас еще Shield Battery появились. Это ж вообще дичь. Это здание, которое тебе восстанавливают на халяву щиты. Вот. Ой, у юнитов Протоса у них есть щиты и хитпоинты. А зергом добавили чего? Не, или обделили? Не, как обычно. Ну, я тебе, может, покажу сегодня инфостат Тиранов новых. В остальном а, то есть интересно. У Тиранов куча всего нового, у Протосов, а у зерга все как всегда. Зерги просто имба, да. Ничего особенного.
Не, на самом деле, ну, есть определенные изменения, но они, ну, не настолько радикальны. Больше всего перелопатили именно процессов. У зерга, например, есть грейд на люркеров. Как тебе? Новый? Да. Так. Но И что? раньше не было никакого грейда на люркеров. А отдельно на люркеров не было, да. Вот. Но на них же распространяются грейды обычные, да, из эволюшена? Конечно, конечно. А это грейд на скорость закопки. То есть ты просто... Люркер вот мгновенно оказывается закопан и готов к бою. А раньше ему Идеально. нужно было много времени. Микрить люркерами, закапывать, выкапывать. Да, это теперь делать намного приятнее. Слушай, два зерга, и с одной стороны, конечно, велик соблазн сделать с ними все то же самое. Но я не буду. И даже Как не в потому... обыкновенном чуде, да, лису убил два раза одинаковым способом, ничего нового не привнес. Надо как-то вот разнообразить этот StarCraft. Надо делать так, чтобы твои соперники не уставали умирать, если ты понимаешь, о чем я. Пусть у них будут какие-то... Ой-ой-ой, нас разведали дроном и увидели мою халяву. Это мне прям уже перестает нравиться. Какая разведка, а? Какие зерги прям попались смышлёные. Интересно, чего они так боялись на этой карте? Может, есть тут какой-то имбо-билд, о котором я не знаю? Ладненько. Ну, естественно, теперь-то мне придется играть через два гейта. Вот так вот мы аккуратно перекроем этот пилон, чтобы к нему не прицепились потом никакие собаки. Будем пытаться защищать все наше экономическое добро, благополучно разведанное соперниками. Такое прикрытие для пилона. Главное потом, чтобы туда юниты из гейтов не начали выходить, все будет хорошо. Тут уже все в порядке с экономикой. Ну и потом я, наверное, попробую построить много-много колоссов. А начнем мы, наверное, с адептов, да? Чтобы не умереть. Ника снова начинает со второго газа. Вот как-то... Да, вот зачем он мне, не знаю. Не знаю, Он да. сам ставится. Что-то у тебя не то. Прямо ты видишь пустое место на базе, и вот Да, вот хочется тебе... точно, это перфекционист во мне говорит, что здесь чего-то не хватает, и я пытаюсь поставить газ. Точно. Ты знаешь, шутки шутками, но... Может быть, как-то так, да. А в быту как-то проявляется твой перфекционизм? То есть вот что-то на кухне не так стоит, Вот надо мешает, переставить. да. Понятно, понятно. Я не знаю, зачем был этот буст. Кстати, я боюсь, что у нас их дрон на Зелнаге стоит все это время. Но это мы попробуем пофиксить. Давайте батарейку на всякий случай. Проверяем, нет ли тут чего. Нет, ну тогда Зелнага будет наша. И тогда, наверное, мы сразу поставим третий Nexus. Не нагло, совершенно. Просто берем и ставим. Красота. Надеюсь только, что теперь нас не придут, не убьют. Ну, по идее, они уже как бы могли это сделать раньше. Поэтому, если не сделали до сих пор, значит, они в этом не заинтересованы. Логично. Думаю, логично. Вполне, да. А что логично, Ник? Ну, наверное, они тоже сидят и немножко халявят, когда увидели, что мы, то они как бы так расслабились. не сработало, ну ладно. Так, что не сработало? Нет, Мы в все опасности. хорошо, Мой приемчик, так сказать, микроприемчик не сработал. Но это нормально.
Сейчас я планирую собирать войско с кучей колоссов. В принципе... Слушай, а почему тебе... А, у тебя доделается скорость, окей. Вот, в принципе, это никак не ограничивает тебя. Единственное, что меня будет контрить воздух. Есть вот такая проблема. А, ну я настрою много гидры тогда, хотя... Ну, я хотела люркеров попробовать, раз их так разрекламировал. И поэтому ты делала грейды на коготь. Это для собачек. Mm-hmm. Они у меня тоже. Как у Ники все продумано, а? Это на первое время собачки. Ну ладно. Итак, первый контакт с соперником. Два эволюшна гидра, понятно. Наш клиент. Вот здесь опаснее. Шпиля не вижу. Но... Это не значит, что его нет. Понимаете, в чем? Может быть сложность. Тут еще. Окей, тут тоже на всякий случай. Оп. Ну. Знаете, я не увидел шпиля, но меня немного смущает вся эта ситуация. Если честно. Сложно сказать, что там будет дальше от соперников. Явно нам надо здесь пробивать камни для того, чтобы... Они к нам идут. Оуч. Отменять базу, наверное, надо сожрут. Базу твою... Блин, ладно. Надо драться. Оуч, как они больно взорвались. Ничего. Разменялись. Да. Вот видите, как бы память... Все хорошо с памятью. Старые отмазки Ника помнит прекрасно. Билдов не помнит, отмазки помнит. Да, да. И они опять идут к нам. У тебя есть что-нибудь подвести? Конечно. Вон они такие. Подходят, подходят. Догоняем? Нет. Я тоже так думаю. Я боюсь, что там... Просто смотрю, ты не останавливаешься. Ну, я изобразил очень серьезную уверенность в себе, которой у меня на самом деле нет. А, то есть типа там сейчас еще дотекание. Да, да, типа я, ой, как сейчас приду, бойся меня, зерк. Ну, на самом деле, бояться тут стоит нам. Этот пилон мы не можем ускорить, да? Ну ладно. Вот они, видите, прям рядом с нами стоят здесь. Хорошо, у меня начинают потихоньку истощаться деньги. Леш, а что, люркер Дэн отдельно теперь ставится? Да, ну это ж мелочь. Я даже не стал себе об этом говорить. Ну, я зависла, пока искала, как теперь заморфить его. Давайте мы вот так сверху, может, постреляем. У них же явно сейчас пока нет караптеров, иначе они бы ими уже пришли. Что мы можем просто... Ну, у Ники там легкие проблемы. Но это не важно. Мы же отбились в итоге. Так, здесь мы можем... О, там тоже люркеры! Понял вас. Мсье. Давайте пока здесь камни пробьем. 2-2 наши готовы. Что-то мне не нравится, что отдельное здание. Почему? Ну, мне больше нравилось просто взять и... А какая разница? Ну, рабочий минус. Ах, вот так. Так, ну давайте просто тогда придем и убьем люркеров. Хорошо. Мне это нравится. Вот такой вот здесь просто сделаем стенку, чтобы нам было проще отбиваться. И... Очень много у меня уже темплеров. Это хорошо.
Здесь можно Nexus. Потом сразу, возможно, еще один Nexus. Давайте какую-то вот тут такую тоже стенку сделаем. И, наверное, потихоньку надо выходить в Mothership тоже. Ого, для этого грейда нужен улей. Угу. Совсем плохо, да? Не заходят никакие изменения. Да, что-то. Blizzard, вы все поломали. Верните все как было. Давай тут еще гейт, чтобы все это ускорить. Ну, хорошо. Мне уже нравится эта ситуация. Зилотами можно пробежаться, хотя, судя по всему, у них тут ничего нет. Но так, чисто на всякий случай. Войско прекрасное. А, вот так вот. Ну хорошо, они собираются пробивать нас с караптерами. Здесь давайте такую же стенку. Шилд Беттери с фотонками, чтобы можно было еще один Нексус занять. Флит Бикон. Потихоньку будем добавлять Мазершип. Хорошо, я наконец-то слил все свои деньги. Ну и что, господа, вы готовы лезть сюда? Ника, я так понимаю, все еще готовится к люркерам. Так, ну а мы можем наконец-то сделать вот так. Ну, у меня довольно приличный сейчас состав армии, я считаю. Да, у Ники вот есть люркеры, это прекрасно. Нужно еще немножечко темплеров. Просто разбросать их по разным частям карты, чтобы это был такой наш, знаете, бэкап-план. Если что-то пойдет не так, то золотой запас темплеров позволит выйти из ситуации. Здесь тоже обосновываемся. Готовимся еще. Ага! Видали? Видали, что тут происходит? Ника. Mm-hmm. У нас происходит налом. Я, правда, пока не уверен, что... Колосики, а вы можете пройти? Мне нет? Закапываться? Ну, ты можешь попытаться. Ой, сорян. Ну, тяжело тут караптером воюется. Так, а здесь я хотел немножко вмешаться вот в процесс занятия ими баз. Правильно понимаю, что здесь пока ничего нет? Нет, здесь уже вполне себе есть золото у них. И здесь у них есть золото, а это мое золото на самом-то деле. Ну, может быть, Никина тоже, но прежде всего моё, вы же понимаете. Не можем заказать Мазершип, очень жаль. Почему у меня еще живут адепты? Этот слабый юнит времен начала игры, это ж я из-за них не могу заказать. Нет! Еще надо? Там мутка. Мута? Угу. Вау. Она как-то странно выглядит. Да, помню, что я тебе говорил в самом начале. Да, вот оно что. Шипастая мутка. Ну, страшненько, если честно. Да ладно, прекрасные скины. Ника. Да я. Надо тренировать еще убедительность в голосе. Я учту твои пожелания к следующему набору скинов. То есть к завтра примерно. Не, ну мута это неубедительно. Впрочем, против такого лимита вообще ничего не убедительно, кроме 20 брудлордов, я вам так скажу. А, кстати, вот и Greater Spire. Но, о, видимо... я грейд люркером не успела. Проси их пока посидеть еще в игре чуть-чуть. Такая, no GG, плз. Так.
Долго делается, да? Не знаю. Знаешь, я только что понял, что я пока толком не применял вообще этот грейд. Ну так, было пару раз там по мелочи. Впрочем, тебе словосочетание «секретный агент» все равно ничего не скажет. О! А вот и бруды, смотрите-ка. Где там они? Ника, не хочешь подфокусить брудов? А где там они, да? Ай, ладно, уже сдох. Все. Е-е-е. Прям запротосечили. Ну и за зергосечили, наверное, тоже. У нас остался последний поединок, после которого нам Battle.net, я думаю, осмелится предложить пройти в, так сказать, серебро. А мы что, подожди, мы что, эти играем как рейтинговые? Mm-hmm. Да ладно, зачем? Но можно же потом просто выйти из того дивизиона, в который нас отправят, но все равно ведь интересно. Ну, да, справедливо. Куда нас отправят-то? За такие подвиги. Ну все, Ника, соберись. Все, сейчас. Все. Очень серьезный матч. В этот раз грейд на люркеров я построю. Против профессионального протоса Гонзо и известного прогеймера Зерга Ньюмена. Ника, соберись. Эти ребята, они почти как корейцы, только с большими глазами. Нет, я не хочу на этот раз делать стенку. Ты ведь на самом деле их не знаешь, правда? Да ладно, как это не знаю. Я умею отличать даже корейцев друг от друга по цвету глаз. А ты спрашиваешь, знаю ли я этих ребят с Ладдера. Величайшего зерга современности, как там его? Ньюмена и прекрасного протоса Гонзо, первым набравшего 8000 ММР. На европейском сервере. Правда, не факт, что StarCraft, но неважно. Короче, да, все серьезно. Соберись. Соберись. Так, ну-ка, что это такое? Где следующий заказный дрон? Так, вперед, давай АПМ, АПМ, переключайся. Так, между хэтчери дронами. Хорошо, так, вот эта личинка была лишняя, потому что тебе надо заказать газ и пул. Три это дрона на одном кристалле, три дрона на другом кристалле. Ужас, кошмар, безобразие. Ника, вперед, темп. Пул, быстро, пул. Да, пул. Да найди деньги-то, тайминг уже, все, пришел, нужны деньги. Кошмар, денег нет, на пул даже дожили. На пул уже денег нет. На косметику, небось, есть, а на пул нет. Понятно все. У меня вот деньги и на реактор, и на фэктори, и на орбитальную станцию, и на командный центр новый. Нимба ли эти терны после такого? У меня еще мулы есть, которые приносят в 4-5 раз больше, чем твои бестолковые дроны. Тернам наверняка еще что-то дали. Апгрейд какой-нибудь на мулов. Тернам дали 3 новых обилки у Рейвенов, Ника. 3 новых обилки, представляешь? Хорошие. Одна круче другой. Вот, например, за 50 маны ты можешь нанести юниту 30 урона. Да. А за 100 маны примерно 50 урона. А еще ты можешь лечить своих юнитов. Даже не знаю, за сколько маны. Рейвен теперь лечит как медиваки? Да, вроде того. Только мех юнитов. Прекрасный юнит. Божественный. Просто... А почему у меня прогресс теперь не показывается над хэтчере, пока я ее не выделю? Это где-то в настройках можно изменить? Да, я бы сказал, что это, скорее всего, настройки... Настройки, наверное, хитпоинтов. Так, что я слышал? Я что-то слышал, парни. Даже не знаю, что. Ну ладно.
В общем, да, это настройки, но я, наверное, на русском языке не скажу. Не, я сейчас не пойду искать, но если в настройках, то я потом покопаюсь. Так, ну я хотел, конечно, сделать супер полезного Рейвена, но что-то я... Что-то у меня денег на него нет. А чего я базу внутри не взяла? Не знаю. Очень странно. Я бы предположил, что ты хочешь, чтобы ее забрал я, но вряд ли ты настолько добра. Нет, не настолько, я просто не обратила на нее внимания. Я не знаю, это из старых карт или новая? Это новая, да. А, вот почему я о ней не знала. Слушай, ну я могу предложить еще несколько отмазок, если ты вдруг в какой-то момент не будешь знать, то ты обращайся, я подскажу тебе, какие еще есть опции там. Где какие новые юниты, где они изменены, там, например. Сейчас мы попробуем раскидать мины просто по всей карте. О-о-о. Какая агрессия, смотрите. Ой, из-за меня не убьют оверлорда Ники, потому что они будут убивать мой барак. Красавцы. Четверочка живет. Просто лучшие. Так, пацаны, у меня очень ценный юнит. Слушайте, а ему хватит же урона? Вроде ему хватит урона, чтобы убить рабов. Давайте попробуем им рабов убивать. Это же будет супер полезно, правда? Гидроден, там роботиксы, сталкеры. Ну, вроде вообще ничего особенного. Можно продолжать нашу маленькую задумку. Блин, только вот это я зря сделал, конечно. Минка на оверлорда. Так, только, к сожалению, денег на эту прекрасную способность у меня пока нет. В смысле, маны. Ну ничего. Так, давайте расставлять мины. Что-то типа вот так. Что-то типа... Я не знаю, там... Вот так. Чем-то перманентные саплай-блоки. Ой, я потерял уже барак, поэтому я не сделал орбитальную станцию. Очень жаль. Ну что, попробуем убить этой ракетой рабов? Но тут их слишком мало. Можно где-то базу, где их больше? А ну-ка. Она вообще не наносит урон. Ага. То есть эту способность применять смысла примерно ноль. Я просто снимаю армор с юнитов. Okay. А я не знаю, может, она наносит урон как-то очень как бы хитро по праздникам, по определенным. Ну там. Я просто не могу придумать ни одной причины. Как я могу этого юнита использовать тогда? Ну ладно. Хорошо. Как говорил один известный футболист, наши ожидания — это наши собственные проблемы, поэтому что это я в самом деле? Ты знаешь, Ника, еще хотели сделать, чтобы можно было бросать мулов на газ. Серьезно? Да, да, но, к сожалению, это изменение до патча дожить не смогло. А жаль, я бы сейчас побросался мулами. По газам. Прям вообще с удовольствием. Я на самом деле, ребят, специально бросаю как можно больше экстра-саплая вместо мулов, потому что в минералы я не шибко упираюсь. И в целом мне довольно выгодно не отрывать рабов от газа. Поменьше сидеть в саплай-блоках и вот так вот делать. Куда мы еще можем минки закопать? Сюда можем закопать, сюда можем закопать. Но они вроде и не особо куда-то лезут, да? Ну да. Они пока дают прекрасную возможность позаказывать много баз, построить много юнитов,
выйти во все необходимые технологии. Думаю, тут мне мина тоже уже не нужна. Давайте ее куда-то закопаем там. Вот сюда. А тебя, в свою очередь, вот сюда. Ну и все, в принципе. Эта штука свое налетала. В смысле, наоборот, настроила. Теперь пусть полетает. Сколько там у меня рабов? Ну, можно еще парочку буквально построить. Рейвен, не знаю, будет ли в итоге хоть сколько-нибудь полезен. Здесь сделаем апгрейды. В целом можно попробовать сделать ставку на рейвенов. Прям забросать этими антиармор ракетами, которые не наносят урон вообще, как оказалось. А чем можно наносить урон? Вот этим можно. Стоп, этим просто выводим. Так вот же мне вроде пишет 30 сплэш дэмэдж. Я ничего не понял. Вроде она наносит урон. Ну ладно, на юнитехнике я это вряд ли проверю. А, стоп, оно и по своим работает. Не, почему? Проверим. Что-то это не очень, если по своим. А, ну да. Ну, эй. Почему оно там не сработало? Оно может быть только по каким-то... Таргет, юнит... Ну ладно, там не очень много снялось. Давай залезу на слизь, подлечусь. Да, чё я тебе вообще не... ничего она не же сделал. Еще лечит, правда? Кто слизь? Да юнит и зерга вообще лечится. Причем тут... Но на слизи быстрее. Да? Или нет? Перемещаются быстрее. Я всегда думала, что тут и лечишься быстрее. Ой, куда я это думаю, они кто-то идут? Зелнага. Да, я всегда считала, что я еще лечусь быстрее. Ну, типа, слить все дела. Это же наша территория. Так, ну типа, вот они... родная земля. Будут медленно, но верно продвигаться вперед. И, между прочим, тут уже моя база, которую они не тронут. Прекрасно. Они вместо этого продолжают процесс разминирования. Что ж, это... Совсем не страшно. Ага, я понял, я не могу теперь строить новые старпорты и не могу даже строить новые фэктори. Ну ладно, 5 старпортов это тоже неплохо. Как ты дожила до апгрейда своего? Делается, угу, да. Хорошо. Да, а, мы... он уже готов. Вообще отлично. Так, сейчас протестирую. Оп, реально быстро. Ну хоть что-то хорошее сделали для Ники. Да, ну хоть что-то. Ой, они пришли на мою базу. Секретную. А, так это просто призма. Знаете, что мы можем сделать с призмой? Мы можем кинуть очень полезный каст на С. Сейчас Алекс спасет. Raven to the rescue! Смотрите. Ты-дыщ! И призма не может варпать. Вот это да! Вот это полезный скилл. Конечно, без Рейвена мы бы это никак не убили. Но Алекс просто спас. Спас мейн Ники от проблем. Потрясающе. Спасибо. Спасибо. Но на всякий случай поставлю здесь еще сборку. А нет, ты что, мой Рейвен ведь супермобилен. Он может телепортироваться просто. Да уж. Мгновенно. Тут такое дело, я пошел воевать. Уже? Вот. Ну, пойдем прям. Даже несмотря на то, что моих батлов нет еще 3-3. Так, и что? Ого. Где тут проход? Ну, слушайте, новые карты. Короче, я тут что-то чуть-чуть на мисс кликал, но ничего. Зато у сталкеров нет армора. Почти. Ну, вроде норм, деремся. Оп, моментально закопалась. Ну, видишь, спасибо Близзардам за прекрасную билку, а ты была недовольна. Ну, Нидус, тебе Нидус с люркерами, лол.
Интересно, насколько быстро они будут закапываться. Так, а где этот Нидус? А, ну он очень далеко. Понятно, пока не сюда. Приползут. Давайте, раз, два, три. И не дадим уйти Вижену. У него, кстати, нет этого апгрейда, видишь, он слабенький зерк. Все, отбито. Осталось только... Тут люркеры не закопаны до сих пор. Ну ничем. Кстати, как раз 3-3 апгрейда доделались. Все, тут люркеры закопались. Очень жаль. Но я думаю, мы спасем Нику. И червь Нидуса убьем. Так, ну что, куда можно портнуться? Сюда можно портнуться. Уже никуда не нужно портнуться. Хорошо. Батлкрузеры прекрасный юнит, в отличие от рейвенов. И мы попали в золото 2. Вот это да. А где эпичный экран оповещает? Разве не 3? Ну, золото 3. А, ну да, кстати. Да. Очень жаль. Ну да, если бы это было золото 2, это бы все поменяло. Конечно, это было бы совсем круто. А подожди, а где этот эпичный экран, который должен был нас оповестить? Да, почему-то том, что... не было экрана, вы там определены, там тра-ля-ля. Поломался StarCraft, все понятно. Я обижаюсь за то, что меня не кинули в прекрасную заставку, или вы из-за этого из лиги. Ну что, Ника? И уходишь в РП. Нет, уходишь в РП ты. А я просто лива из лиги. А, как тебе StarCraft после возвращения? Что здесь такого произошло? Заметно, что сразу постороннего наблюдателя или нет? Новые карты, да, новые скины, вот эта мутка. Да, очень классный, конечно. Меня порадовал апгрейд на люркеров, а так в целом, я даже не знаю. Мне было тяжело, наверное, все оценить, потому что в основном там ты все делал. Это если я выйду играть один на один, я, наверное, что-то почувствую больше. Вот. А, но я рада, что я чуть-чуть что-то помню, несмотря на полгода инактивы или сколько там. Вот. Хорошо. Я думала, будет намного хуже. И страшно было. А, ты знаешь, последний раз, когда я записывал 2 на 2, я дал такое, ну не то чтобы обещание, но все же сделал опрометчивое заявление о том, что наши 2 на 2 скоро вернутся на экраны зрителей. Вот, но это было не мое собственное решение, вот, мы даже вроде говорили на эту тему. Теперь я хочу обойтись без опрометчивых заявлений. Я хочу спросить у тебя, задать этот вопрос, который определенно будут задавать в комментариях. Как ты оцениваешь вероятность наших 2 на 2 в Старкрафте в будущем неопределенной, не знаю, в общем, в неопределенные сроки, давайте так. В будущем. Ну, я думаю, мы будем еще играть. Это здорово собраться и поиграть. Отлично, вот будем. На этом, да. Вот на этом, на максимально неопределенном заявлении мы готовы переходить в 2018 год. Дорогие друзья, с Новым годом вас! Желаем отметить его максимально здорово, в теплой, приятной и душевной компании. Ну и надеюсь, что наша сегодняшняя компания тоже была для вас достаточно теплой. Ника? Что, всем всего самого хорошего в новом году, и я думаю, мы с вами будем еще видеться, слышаться, играть в StarCraft. Да, спасибо, Ника, за то, что присоединилась ко мне в этот темный и холодный, ну и я надеюсь, что в вашем случае тоже снежный вечер. Тебе тоже хорошо отметить Новый год. До встречи в 2018-м, друзья.